Привет, ты снова на канале IT User Help, и сегодня в этом видео я хочу рассказать тебе о том, как узнать, не использует ли кто-нибудь твой аккаунт Google в своих целях. Из этого видео ты узнаешь, с каких устройств выполнен вход в твой аккаунт, и если ты не увидишь среди этих устройств твои устройства, знакомые тебе устройства, то это означает, что твой аккаунт похищен, и кто-то пользуется твоим аккаунтом наравне с тобой. А это означает, что он имеет доступ ко всем сохраненным паролям от сайтов, социальных сетей и прочего, а также к Google Play и, соответственно, к карте, если подключена она к Google Play, может также оплачивать приложения, покупать в Play Market. Итак, не теряя времени, давай покажу, как посмотреть, не использует ли кто-нибудь твой аккаунт Google, кроме тебя. Для этого нам нужен, потребуется смартфон с операционной системой Android, Google Chrome, установленный на нем. И, соответственно, в Google Chrome ты должен войти под своим аккаунтом. Это можно посмотреть, если нажать на три точки, перейти в настройки и увидеть здесь аккаунт, с которого ты сидишь. То есть этот аккаунт, который мы будем проверять. Если это является твой аккаунт, то переходим к дальнейшим шагам. Итак, это главная страница браузера Google Chrome на смартфоне Android. Нам нужно перейти на главную страницу сайта Google. Можно просто в Google в поиске вбить Google. Мы переходим на главную страницу сайта Google. Перешли. Вот здесь у нас появляется иконка, значок, который ты выбирал при создании аккаунта. Либо может быть пустой значок, если ничего не выбрано. Нажимаешь на него. Нажимаешь. Далее выбираешь аккаунт, который хочешь посмотреть информацию. Нажимаешь на синее управление аккаунтом Google. И далее открывается интересующая нас информация. Нам нужно выбрать пункт «Безопасность». Перелистываем, вправо листаем. «Безопасность». И первый, точнее второй пункт «Недавние действия, связанные с безопасностью аккаунта». Нажимаем сюда, чтобы открыть весь список того, откуда был вход произведен. Здесь мы видим, что открыть доступ для небезопасных приложений. Это в настройках я делал. Выполнен вход в аккаунт с устройства такого-то, такого-то. Если ты не знаешь это устройство, то это означает, что твоим аккаунтом кто-то пользуется. Нужно срочно сменить пароль и установить двухэтапную аутентификацию. Дальше листаешь по дальнейшую историю, смотришь, с каких устройств был произведен вход в твой аккаунт. Если все это знакомые тебе устройства, значит беспокоиться не о чем. Если же устройство незнакомое тебе, то пора сменить пароль и установить двухэтапную аутентификацию. Далее, назад, после того, как ты это посмотрел, тебе нужно вернуться, пролистать эту же страницу в самый низ, чуть-чуть подняться и посмотреть ненадежные приложения, у которых есть доступ к аккаунту. Заходим сюда. Во-первых, лучше если у тебя включено небезопасное приложение разрешены, лучше перевести этот ползунок влево, чтобы небезопасные приложения были заблокированы. То есть здесь есть расшифровка, некоторые приложения и устройства используют ненадежные технологии входа. То есть ты можешь предоставить доступ к своему аккаунту, к какому-нибудь приложению, которое еще не очень популярно, и разработчики не добавили каких-то сложных функций по шифровке данных, пароля и логина. И в связи с этими слабостями в технологии могут произойти утечки данных твоего аккаунта. Поэтому наиболее безопасно будет не давать доступ ненадежным приложениям, а для этого переводим этот ползунок влево. Далее выходим. Также, если у тебя здесь предоставлен доступ, ты можешь отключить доступ к каким-то приложениям и сайтам. У меня просто доступ никому не предоставлен, поэтому здесь ничего нет.
Далее находим, выходим назад и еще пролистываем вверх, и здесь находим ваше устройство. Здесь будет список всех устройств, с которых ты, а возможно не ты, входили в аккаунт. Как видишь, у меня здесь несколько устройств, и все эти устройства я знаю, что это мои устройства, то есть мне беспокоиться не о чем, и все это известные устройства. Если ты видишь, что какое-то устройство тебе не знакомо, опять-таки это первый признак того, что твой аккаунт похищен, логин и пароль срочно нужно поменять и установить двухэтапную аутентификацию. Можно также, если ты не знаешь какое-то устройство, что это такое, нажать на три точки и выйти из этого устройства. Это вообще первое, что нужно сделать, выйти из устройства. Периодически такую проверку стоит проверять, смотреть, не предоставлен ли доступ к твоему аккаунту каким-нибудь сервисам и людям, возможно. Проверяй все устройства, с которых был произведен вход в твой аккаунт. И в случае каких-то подозрений сразу меняй пароль от своего аккаунта и лучше иметь установленную двухэтапную аутентификацию, как советует нам Google. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и оставляй комментарий. Пока!